ТВ. Мы группа Санта-Барбара из России. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep beating you, beep, 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 beep. Немножечко расскажите о себе, как вы друг друга нашли, как сложился ваш дуэт? Мы познакомились на конкурсе, где Саша выступал. Я просто ездил в качестве наблюдателя, скажем. Ну, мне интересно, я слежу за конкурсами, судья часто приезжал. И вот Сашку я увидел там. Потом нас жизнь, как говорится, разделила. И мы случайно в Москве встретились буквально год назад, да. И так подумали, приехали сюда, посмотрели еще раз конкурс и друг другу предложили попробовать поехать вместе. А вас ждет тот случай, когда подобное притягивает подобное, или когда сталкиваются противоположности? Я думаю, что больше, наверное, противоположности. Да. Так, хорошо. Вот вы, какая противоположность? Как я могу о себе судить? Не знаю, пусть он скажет. Ну, сложно мне сказать. Нет, ну мы... По темпераменту, допустим. Кто темпераментнее, кто спокойнее? А мы оба темпераменты, у нас просто немножко разный темперамент. Ну, два больных человека встретились вместе и побежали на сцену петь. Я думаю, что это близко. Вы успели походить по Юрмале, что-то увидеть еще, кроме репетиционного зала, поделиться впечатлениями? Да, мы давно уже знаем Юрмалу, мы знаем все места, и поэтому для нас это как бы не новое. Мы знаем все, каждое кафе, где нас обсчитали, мы помним, знаем. Знаем, где нас не обсчитают, знаем, какой музыкант где играет. Вот здесь Эльдарчик играет, наш знакомый, прекрасный музыкант. Знаем, где живет Лайма, мы уже нашли ее дом. Можно в гости сходить? Можно, если спустят, конечно, да. Ну, потрясающее место, на самом деле. Лелу, парика, все красиво, все культурно. Юрмала цветет и пахнет, на самом деле. К сожалению, не доделали концертный зал. Всю эту красоту мы не увидим, но в следующем году приедем уже как гости и счастливой ногой ступим на эту сцену.